гостях у нас уже новый человек, Олег Ткаченко, предприниматель, спортсмен, в общем, человек ЗОЖ. Я дико извиняюсь. Ну, вы сами понимаете, утро без кофе – это очень тяжело. А пока Саша прибирає каву, я от хочу запитати у Олега. Я розумію, що для нас, Саша, це дуже рання година. Для вас, як для спортсмена, як зазвичай починається ваш день? І, ну, як починається ваш ранок зазвичай? Ну, обычно утро у меня, как у спортсмена и как у всех людей, которые идут в здоровый образ жизни, начинается с пробуждения, потом я иду на пробежку, выгуливаю собаку, и дальше продолжаю жить, как все живут, как живут другие люди. То есть собираюсь, купаюсь и иду на работу. А вот скажите, пожалуйста, вот сегодняшнее утро, вот 8 марта, оно вот как-то повлияло? Может, немножко по-другому вы встали, там, может, что-то по-другому сделали? Или вот это простой день для вас? Конечно, пришлось встать раньше, потому что нужно будет успеть сбегать за цветами, да, притащить их домой пораньше. Отбиваться еще. Отбиваться, да, выставить очередь за ними. Чтобы вы вот не стояли в очереди, я могу вам один вот подарить, чтобы вы... Отличный лайфхак, с удовольствием. Вот. Заберете потом, не переживайте. Главное не показать жене, где я его взял. А, не, не переживайте, не переживайте. Это на монтаже все уберется, все будет хорошо. Что? Попадало. Извините, мы работаем в прямом эфире, но, кажется, не получится это сделать. Окей. Ну, как-нибудь исправить. Я выиграю. Да, хорошо, хорошо. Вот, по поводу ЗОЖа. Я вижу, у вас вы с воркаутом занимаетесь, правильно? И, а вот сколько вы вот занимаетесь им? Ну, уже больше 10 лет. Блин, мне бы такую выдержку. Я ведь когда-то тоже занимался им. Никогда не поздно. Не, я не спорю, что никогда не поздно. Я вот на днях решил встряхнуть стариной, вышел и половину того, что я делал, не сделал. Стариной трусить не нужно. А вот у меня вопрос возник. Вот статистика вот показывает, что девушки сейчас больше начали заниматься вот спортом, чем парни. Это правда вот или нет? Нельзя утверждать однозначно. Ну, сейчас все повально занимаются, не только девушки, как бы парни. То есть нету такой четкой статистики. Может, потому что это стало более популярно, это факт. Угу. Стас, что ты там хочешь сказать? Так, я втручусь. Я колись навіть знімав фестиваль воркауту, і ми дійсно спілкувалися з дівчатами, які там були, і дуже вправно все робили. Але, ну, я не скажу, що більшість, але... Зустрічались там ті, хто казав, що прийшли сюди, аби стежити за своїм хлопцем. Ну, тобто, є така ще історія. Як ви зі свого боку помічаєте такі от якісь речі? Це абсолютно розповсюджено. Більше того, ці дівчатки потім приходять і теж починають займатися воркаутом. Не всі, але потихонечку присоединяються. А, це вже, виходить, як би, він прийшов, там багато підтягнутих буду, я такого більше на м'я буду смотрити. Так, да. А воркаут взагалі женський вид спорту? Универсальный. Универсальный. Абсолютно. Можете тогда, пожалуйста, вот для наших телезрителей и хоть мне память немножко освежить, вот что такое именно воркаут? Вот можете рассказать, пожалуйста? Воркаут – это такая универсальная спортивная дисциплина, которая позволяет заниматься спортом везде, в любое время, абсолютно на любых инструментах и приспособлениях. Для этого нужен турник, брусья и, самое главное, ваше желание. Поэтому он подходит абсолютно всем. И малышам, и взрослым, и девушкам, и парням, всем. Еще вот у меня вопрос такой возник к вам. Вот вы как именно специалист, именно большого такого дела. Скажите, пожалуйста, чем вот... Ну вот я занимаюсь сидячей работой, у меня сидячая работа. То есть чем это вот противопоказано, чем это плохо, что это может выльется дальше? Это в принципе плохо во всем, потому что сидячая работа, она провоцирует застаивание крови ниже таза. Для мужчин это особо чревато. Угу. Пока я шел в вашу студию, у вас огромный шикарный коридор, и я предлагаю вам настоятельно повесить там турничок, и вы в свой кофе-брейк можете спокойно ходить туда, хотя бы просто повисеть. Там каждые 15-20 минут вставайте, делайте там 5-10-20 приседаний, ну, насколько хватит сил. Когда будет кровь циркулировать, это будет позволять не застаиваться ей. Это намного комфортнее. То есть лучше сейчас что-то делать, чтобы потом не столкнуться с проблемами и не устранять. Я понял вас, да. Это, конечно, спасибо, что очень полезно. Стас, ты услышал? Тебе это тоже полезно, вообще-то говоря. Якась сумна нота, якась не подобається мені. Ну так давай, розгони. Вставай. Вставай, присідай. Упал, отжався. Стас, давай подымайся. Ні в якому разі, ні в якому разі. Стас. Ні. Мы идем. Ну, пять раз. Не. Пять раз. Я, может, только на стельце. Нет, 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 давай, давай, давай. Один, два, один, два. Давай, 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 давай. Вот, давай, давай. Нет, взагалі мне не важко. Тут тренер, тем более. Давай, повторяй. Эй, давайте.
Оп. Захрустел ее. Оп. Ты тоже не филон, становись, тебя тоже там. Ладно, хорошо. Оп. А теперь тяжелее. Упали и отжимаемся. Саш, дали ты сам, дякую. Да ладно, нормально. Раз. Два. Раз. Нет, нет, нет. Раз. Два. Раз. Извиняюсь, спина. Староват я немножко для этого. А ти як взагалі живий? Дивіться, я зрозумів свою помилку, я більше втручатись не буду. Ідіть опасно, на дивани, спілкуйтесь. Опасно. Я буду тут собі пити каву. Та ну тебе, неінтересно. Скучний ти як. Да, от іменно. Зробимо ми з тебе спорт. Жахливий просто. Ви ох, знаєте, це взагалі було б дуже положительно. Потому что вот у нас на телеканале вот и журналисты, особенно журналистки, потому что, ну вот, думаю, все-таки надо вот использовать то, что вы сказали, чтобы у них было хотя бы 10-15 минут, чтобы они могли хоть немножко вот физ-разминку делать. И то есть они сидят долго, вот, они устают. Я думаю, если будет физ-нагрузка, то будет намного лучше. А вот как спортсмен, скажите, пожалуйста, вот что лучше, ранний подъем или же более поздний? Самое главное, просто на свои ощущения полагаться. То есть люди жаворонки, есть люди совы, да, то есть мне удобнее и комфортнее для меня и моего организма вставать рано. Я утром отработал, потом мне целый день свободен для других моих дел. Кому-то удобнее заниматься днем, кому-то вечером. Но самое главное правило – делать это тогда, когда тебе комфортно. А, то есть не заставлять себя? Если тебе не идет, ни в коем случае не заставляй. Иначе хуже может быть. Конечно, конечно. Вот тренировка без удовольствия – как и 8 марта. Согласен, согласен. Стас, ты что там так вздыхаешь? Что не так? Ну, добре, давайте не забувати, що сьогодні все ж таки 8 березня. Ми вже займалися фізичними вправами, про спорт згадали, про роботу поговорили. Давайте ще поговоримо про жінок. Власне, як от вашій родині проходить 8 березня, які сюрпризи вже приготували, як на них реагують і, можливо, поділитись з нами секретами от вдалого і класного подарунку для 8 березня. Так, спасибо. Ну, на самом деле, секрета классного подарка нет. И мое личное мнение, что нужно своего человека удивлять не только там, на 8 марта, на 14 февраля, там, на день рождения, а делать это понемножку, дозированно, регулярно в течение всего года. Поэтому вот это самый основной секрет. Ну, то есть, чтобы не было, что только 8 марта, значит, я буду дарить подарки. Да, да. Да то это есть, просто... захотел, сделал. Да, да, да. Абсолютно. Это очень даже интересно, кстати. Потому что вы уже как бы не первый гость, который вот это говорит. То есть мужчины, запоминайте. Это запоминайте. Такой лайфхак. Да, мужчины, да. Запоминайте. Вот вам уже люди такие говорят, что не надо делать только на 8 марта. Да, праздник хороший, как бы выходной. Хотя он у кого как. Вот, но не делайте только на праздники подарки. Любите своих женщин, девушек постоянно. Круглый год. Да, круглый год. У меня будет одна просьба к вам такая небольшая. Да, правильно вы сделали. Чтоб не забыть. Да, можете поздравить от себя наших зрителей, именно девушек, наших ведущих, которых сегодня нет. Ну, в общем, всех вот с праздником сегодня таким шикарным. Дорогие наши девушки, дамы, мамы, сестры, жены, сердечно поздравим вас с вашим праздником. Желаем вам в этот день счастья, здоровья, улыбок, солнца, процветания. С маленькой оговоркой. Я желаю вам это не только в этот день, а и в течение всего года. То есть это самое главное. Если мы будем вас радовать каждый день, вы будете нас радовать тоже каждый день. Всем будет хорошо, всем удачи, с праздничком. Я напоминаю, что у нас в студии был Олег Ткаченко, спортсмен, зожник, предприниматель. И он уходит со своим цветочком. Все правильно, молодцы. Все, большое вам спасибо, всего доброго.